Для тех, кто не успел осуществить все свои мечты в новогоднюю ночь, сегодня появится второй шанс. В ночь с 13 на 14 января в России празднуется Старый Новый год. Давайте узнаем, празднуют ли его видновчане. Да. А какие традиции празднования знаете? Гадали, кутю носили тоже. Отмечаете ли вы Старый Новый год? Нет. А почему? Ну, не знаю. Нет, не отмечаю. Будем. А как отмечать? Какие традиции знаете? Сидеть за столом. Да нет. Не отмечаю. А почему? Ну, как-то так буднично все проходит. Ну, отмечаем, как всегда. Дома, с семьей. Никуда не едем, это, как говорится, ну, семейный такой праздник. Как обычно, как все. По-семейному, все нормально. Нет, не отмечаю. Почему? Потому что маленький ребенок, я и Новый год не отмечала. Прошлые времена уже. Нет, не отмечаю. Праздников и так было очень много, поэтому не вижу смысла отмечать. Нет, не отмечаю, потому что сильно болею. Никуда не хожу, никак не отмечаю. Несмотря на то, что большинство нами опрошенных людей ответили, что Старый Новый год они отмечать не будут, праздник все равно наступит. И по старой русской традиции встречать его надо широко, с богатым столом и безудержным весельем. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.